Здравствуйте, вы смотрите Дукаскопи ТВ, я Дэниел Швенгер. Сегодня гость нашей студии в Женеве Жан-Франсуа Овзарзак из Management Joint Trust. И мы, как всегда, поговорим о техническом анализе, используя графики с сайта fingraphs.com. Жан-Франсуа, добро пожаловать в студию. Здравствуйте, Дэниел. На прошлой неделе мы ожидали нисходящую коррекцию для курса американского доллара, которая и была реализована. Кроме того, мы рассчитывали на восходящую коррекцию для курса пары евро-доллар. Как же ситуация обстоит сейчас? Итак, мы снова рассмотрим графики на сайте fingraphs.com. У нас есть евро, фунт, австралийский доллар, золото, доллар швейцарский франк, доллар иена, трехмесячные фьючерсы S&P, а также трехмесячные фьючерсы на облигации казначейства. Сейчас мы смотрим на дневные графики, которые помогут нам спрогнозировать движение курса в течение нескольких ближайших месяцев. Мы видим, что курс пары евро-доллар по-прежнему стремится на юг. Курс пары фунт-доллар также понижается, как и курс пары австралийский-американский доллар. На графике для золота мы видим небольшой подъем цены, о котором мы поговорим немного позже. Курс пары доллар-швейцарский франк и доллар-иена по-прежнему повышается. Стоимость фьючерсов и облигаций казначейства также растет. Итак, сегодня мы начнем с графика для курса пары евро-доллар. Для начала рассмотрим график для инвесторов. На недельном графике мы можем увидеть перспективы на квартал, на дневном графике на месяц и на часовом графике на неделе. Ранее мы с вами говорили о том, что несмотря на то, что для доллара по-прежнему преобладает восходящая тенденция, а для евро – нисходящая, мы думали, что уже достигли того момента, когда должна произойти восходящая коррекция курса этой пары. И я предполагал, что в результате этой коррекции курс может оказаться на отметке 1.2530-1.2570. И сегодня утром мы уже видели такие отметки. Давайте теперь посмотрим, чего нам стоит ожидать в течение нескольких следующих месяцев. Для начала рассмотрим долгосрочный график. Мы по-прежнему считаем, что для курса пары евро-доллар будет преобладать нисходящая тенденция. Курс будет понижаться. Индикатор риска приближается к перепроданной территории. Учитывая накопление давления в этой точке, мы полагаем, что курс будет обладать солидным нисходящим потенциалом еще на протяжении нескольких кварталов. Несмотря на то, что в течение недели произойдет небольшая восходящая коррекция, в долгосрочной перспективе для этой пары все еще преобладает нисходящий тренд. Похожую картину мы видим и на дневном графике. Уже накопилось довольно много коротких позиций по этой паре, которые отчасти могут оправдать появление восходящего движения. Мы видим, что индикатор риска уже приближается к зеленой зоне. В любом случае, курс этой пары еще обладает солидным нисходящим потенциалом, и об этом нам говорят эти два целевых уровня, которые можно назвать довольно агрессивными. И, возможно, вскоре курс будет на уровне 1.22-1.19. Более детально эту восходящую коррекцию мы можем рассмотреть на краткосрочном графике. Сейчас мы рассмотрим часовой график, который предоставляет нам информацию о движении курса в течение нескольких следующих недель. Мы видим, что на прошлой неделе произошло истощение, и как следствие началась восходящая коррекция. На данный момент это только небольшая коррекция, это лишь первый начальный этап движения курса против общего тренда. Мы ожидаем, что эта коррекция столкнется с уровнями сопротивления 1.2536 и 1.2630. До тех пор, пока курс не пробьет уровень 1.2630, мы все еще сможем считать это восходящей коррекцией в пределах нисходящего тренда. На данный момент, учитывая негативные индикаторы на дневном и недельном графиках, именно в таких пределах будет колебаться курс в течение ближайшей недели. Давайте поговорим о золоте. На этой неделе очень актуальной была тема о швейцарской инициативе по созданию золотых монет, которая в будущем, возможно, будет реализована. Первые опросы показали, что очень большое количество людей поддерживает создание золотых монет. Это означает, что Национальному банку Швейцарии придется вскоре пополнить золотые запасы, потому как хотя бы 20% всей стоимости швейцарского франка должна быть выражена в золоте. Как вы считаете, это окажет влияние на рынок золота? Конечно, это окажет значительное влияние на рынок, но, откровенно говоря, я рассчитывал увидеть отражение этого влияния уже сейчас на ценах. Конечно, сейчас очень активно обсуждается этот вопрос, но я не думаю, что именно эти обсуждения стали причиной повышения цен. Возможно, мы снова видим ситуацию, когда количество коротких позиций преобладает и уже подошло к истощению. Кроме всего прочего, если я правильно помню, на прошлой неделе экономические показатели США были не такими положительными, как мы ожидали. Поэтому можно ли говорить, что Швейцария – главная причина повышения цен? Возможно, это правда лишь частично. Я полагаю, что если бы выпуск золотых монет в Швейцарии действительно стал поводом для беспокойства, колебание цены было бы гораздо более заметным. Давайте посмотрим на графике. На недельном графике мы видим нисходящую тенденцию. Цена на золото уже достигла верхней границы целевого диапазона 11.65.
Я думаю, что в течение нескольких следующих кварталов цена опустится ниже 1000. Что касается индикатора рисков, то он уже практически находится на перепроданной территории. Но в любом случае, я думаю, что нисходящая тенденция еще не завершилась. Давайте посмотрим на дневной график. Мы видим, что цена практически достигла целевых уровней и еще есть некоторое время в запасе. Но в этой точке уже практически наступило истощение, потому как индикатор рисков уже почти находится в зеленой зоне. С точки зрения технического анализа, мы видим, что ранее цена уже достигала минимальной отметки в начале октября этого года. И этот уровень, вероятно, сейчас станет одним из уровней сопротивления на пути повышения цены. Как мы видим, для восходящего движения цены, которое произошло в середине октября, уровнями сопротивления служили те минимальные отметки, которые были зафиксированы в июне. Потому в целом сейчас мы наблюдаем восходящую коррекцию. Возможно, цена на некоторое время задержится на уровне в 1200. И подтверждение этому мы можем найти на часовом графике, который помогает нам предсказать движение цены в течение нескольких следующих недель. Мы действительно видим восходящее движение цены, но пока что это всего лишь коррекция. Как мы видим, верхний уровень нашего целевого диапазона – это 1200. Если цена сможет пробить этот уровень, возможно, мы увидим что-то большее, чем просто коррекцию. Но я думаю, что цена задержится на этом уровне еще на протяжении некоторого времени, прежде чем сможет его пробить. Давайте поговорим о ценных бумагах. Что касается ценных бумаг, то в течение последних 3 недель их стоимость значительно повышалась. Если мы посмотрим на дневной график, то видим, что уже накопилось довольно много длинных позиций. Тем не менее, в течение последних 10 дней стоимость 3-месячных фьючерсов практически не изменялась. Мы видим, что установленные ранее целевые уровни уже практически были достигнуты. Индикатор рисков уже находится в красной зоне. На мой взгляд, в ближайшее время все риски будут связаны с понижением стоимости фьючерсов. В целом, восходящее движение цены было довольно стабильным и устойчивым. Кажется, что что-то поддерживало цену. Поэтому не стоит пока что рассчитывать на кардинальное изменение тренда. Пока для этого нет существенных признаков. Тем не менее, если мы посмотрим на дневной график, то увидим, что здесь тоже практически наступил момент истощения. Как мы видим, индикатор рисков также находится в красной зоне. Это говорит нам о том, что многие участники рынка решили покупать ценные бумаги сейчас. Пока что мы можем говорить только об истощении рынка, но пока нет явных признаков кардинального изменения тренда. Скорее всего, большая часть рисков связана с резким понижением цены, а не с повышением. Учитывая все это, мы по-прежнему видим 3 быка, что говорит нам о наличии восходящей тенденции. На недельном графике мы видим, что у цены есть еще потенциал для восходящего движения, которое продлится и в следующем году. Спасибо за ваши комментарии. С нами был Жан-Франсуа Офзарзак, и он рассказал нам о самых актуальных тенденциях рынков, используя данные с сайта fingraphs.com. И вам спасибо. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дугаскопе ТВ. Мы приготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго.